В рамках реализации проекта «Единая страна. Доступная среда» одинцовские единороссы провели мероприятие, приуроченное ко Всероссийской неделе правил дорожного движения. Депутаты посетили школу для детей с ограниченными возможностями здоровья «Надежда» и вручили ее воспитанникам световозвращающие браслеты. Такие элементы особенно актуальны в осенний и зимний период, когда световой день значительно короче. Также партийцы напомнили ребятам о том, как важно соблюдать правила безопасного поведения вблизи проезжей части.